Мы же сегодня сыграли два матча, но не набрали 6 очков. По первому матчу с МВА, вот, в котором вы уступили, в последнее время военные очень хорошую игру показывают, навязывают борьбу соперникам вне зависимости от места в турнирной таблице, взять, например, ту же самую молодежку. А вот что вам именно, по-вашему, не получилось сегодня сделать, чтобы добиться победы или хотя бы вырвать ничью? Да в целом как-то непонятно свои с МВА сыграли. Они физически подготовлены и боролись много, а мы уже это, старые половина команды, на пенсию пора. Не знаю, чего не хватило. Нападающие в первом тайме очень странно сыграли. Ну, выключились из игры, да и в принципе как-то в целом вся игра такая скомканная. Моменты были, но мало как-то, не знаю даже. Да, у МВА там было два пенальти, один из, если не ошибаюсь, который, один из которых был реализован. Вот те моменты, те эпизоды, которые привели к пенальти, чем можно их объяснить? Может, как-то вот эта вот агрессия, возможно, какая-то, она была обусловлена характером игры соперника? Да, там пенальти был, мне в руку мяч попал. Так что, в принципе, игра с ними не была агрессивной. По второму матчу уже довольно хорошо смотрелись, уверенную победу одержали. Несмотря на это, все-таки, подводя итог двум матчам, в чем вам нужно все-таки прибавить, чтобы вот за оставшиеся матчи набрать необходимые очки и закончить там, где вы хотите закончить? Да мы, как всегда, по воротам попасть не можем. Моменты создаем, а мяч вообще не везет, я не знаю, или у нас реализация плохая. Но я думаю, если добавим в реализацию, то будет хороший результат у нас. Ну и в заключение, как можно подбодрить, мотивировать Пименова на то, чтобы за оставшиеся матчи обогнать Райфшнайдера? Возможно ли это вообще? Я не знаю, может ему 3 литра Балтики семерки предложить, или там по бочке пива за каждый гол, не знаю. Какую-нибудь поощрительную систему. Ну и самый последний вопрос. Скорее всего, вы займете место, которое даст вам право участвовать в цирковых матчах. Учитывая то, что в предыдущий сезон вам не удалось пробраться, ну, подняться в элитный дивизион, как будете готовиться к возможным этим матчам, учитывая то, что вот не получалось в тот раз? Ну, как всегда, никак не будем готовиться. Просто приедем и сольем стыки. У нас-то хорошо получается.